Великое счастье и великая праца ордена мати узнагородили гамельчанку Татьяну Фарпостову, якая народила и выховывая шестеро детей, 5 девчинок и одного хлопчика. Старейшей Анастасии 20 годов, молодшему Ивану 6 месяцев. Батьки жартуют, что семья отрималась такой великой, потому что чекали сына. Справляться с клопотами Татьяне допомагают дочки, занимаются хатними справами и гадуют маленького Ивана. Надейная опора – муж Михаил, який зараз будует дом для их великой семьи. Самое тяжелое, наверное, всех понять, потому что все разные. Даже не. Тяжелое все. Брать, накормить, одеть, собрать, выслушать всех, понять. Старшие очень хорошо помогают везде. Где-то и дома, и куда сходить. Везде старшие тоже помогают. Гоноровую знагороду шматдетной мати уручили у администрации центрального района Гомеля. До веншавання долучились директор средней школы номер 21, где учатся дети Фарпостовых, и профсоюзная первичка меблевой фабрики «Прогресс», где працует Татьяна. До речи, сёлета у Гомельской области орден мати отримали 32 женщины.